Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители. Рада все приветствовать на нашем с вами канале. На канале Пидубна Лайф, все о жизни Венеции и области Венецианской. Потому что сейчас мы находимся в 9 километрах меньше. 8, а бене. Non saliente, 7-8 километрах от Венеции. Это город Маэстро. Вот, поехал автобус на Тревизо, который находится в 20 километрах. Тревизо город. Мы с вами там были неоднократно. Тревизо находится в 20 километрах от Венеции. Давайте пройдем. Сейчас время. Который час? Смотрим, который час. Почти 12. Время аперитива. В основном у нас здесь сидят люди вот такого возраста, как вы видите. Возраста моей мамы. Мамочке моей 77 лет. И вот они себе делают аперативчик, а потом пойдут домой, пообедают. И куда? И в люлю. И до трех у них будет тихий час. Вот так итальянцы себя любят, так они себя берегут. А я иду. Куда я иду? Иду на центральную почту. Я решила сегодня прогуляться ножками в такой прекрасной погоде. От меня это недалеко. Вот, и не надо лениться. Надо немножко движения. Хотя движения у меня тоже хватает по Венеции с туристами. Но все равно я люблю комфорт и люблю машину. И в Маэстро я обычно за рулем. Вот такие элементарные тоже в каждом городе можно сделать, правда? И такие, которые цветы, которые, в принципе, растут. Вот. Целую зиму эти цикламенты, ну нашу зиму у нас сейчас. Ну вот есть и свиньи, конечно, не без этого. Их везде достаточно. Меня вчера мужчина спрашивает, подписчик один, кто-то из вас, спрашивает: Жанночка, а почему так много граффити, разрешают или нет? А кто их контролирует? Я говорю, дети, молодежь везде такая же. Он говорит, это венецианцы делают или понаехавшие? Я говорю, вы знаете, в Венецию никто не едет на ПМЖ. Едут вот, если живут, то вот в таких вот городках, как я вам сейчас показываю. Пригороды Венеции. В самой Венеции жить тяжело, как на меня. Это надо там родиться, наверное. Родиться, укорениться. Вот как у Маура, да? Бабушки, дедушки. Полностью вся родня. Спокон веков. И он не представляет просто другой жизни. Для него его Венеция — это весь мир. Это Мондо. Кстати, сегодня понедельник. Вы уже знаете, это тоже со мной проходили. И неоднократно. Эту страду. Но все равно хочу вам показать разные времена года. Самые старые здания. Это Пьяцца Фарета. Самые старые здания в городе Маэстро. Вы знаете, что это город был построен для обслуживающего персонала. Здесь жили люди, которые обслуживали венецианских вельможа. Вот что, работает этот телефон? Я думала, что это антикварные такие вот телефоны. Я так думаю все-таки. Не знаю, это он играет или у него уже, наверное, Альцгеймер развивается. Не знаю. Не могу знать. Что там с этими телефонами? Так, что я хотела сказать? А каналы здесь проходили прям до Венеции. Просто их засыпали. А так, как доплывали до Венеции? На лодках, конечно же. Я имею в виду обслуживающий персонал. Вот, пожалуйста, понедельник. Рабочий день. 12 часов дня. Город Маэстро, Венеция. Когда вы пишете адрес, ко мне кто-то что-то отправляет, то должен писать Маэстро, Венеция. Потому что мы относимся к Венеции. Вот только что я была в коммуне, мне надо было взять сертификат, документ, что я живу в городе Маэстро, такая-то улица, моя приписка. Документ о приписке. Стоит он, я его не взяла еще. Раньше стоил 18 евро. Когда возьму, скажу, потому что нас надо все заказывать онлайн. Имею в виду апунтамента. Апунтамента — это визит. Вот, смотри, какая публика. Вот такая публика. Так, и о чем я? И написано было: коммуна ди Венеция. Мы относимся к Венеции. Отель Вивид. Вот это альберго. Итальянцы говорят на гостиницу, на отель альберго. Альберо — это дерево. Альберго — это гостиница.
Такие киоски, они есть везде, по всей Венеции и по нашим окружным городкам. Видите, да? Газетные киоски, в итальянцев принято, кстати. С утра, перед тем, как идти на чашечку кофе или капучино, ну, прямо эти киоски открываются 6 утра, кстати. С утра они идут и покупают газеты, и потом с этими газетами они сидят в барах. А вот похоронная процессия. Боже, что вы со мной только не увидите, друзья. Но это жизнь. Канал же называется «Жизнь Венеции». Вот такие автомобили у нас. Труповозки, как я говорю. Потому я не люблю длинные машины, длинные автомобили. Потому я люблю Вот почему я люблю высокие джипики. Лучше пусть он будет как бобик, чем труповозка. Вот такие вот длинные, вот эти селедки мне не нравятся. Потому что сразу же ассоциация вот с таким явлением. Думаю, как это высказаться, чтобы никого не обидеть. За грамотность уже не говорю, потому что я уже на всех языках, которые знаю. А, боже, куда же ты едешь? Тут же нельзя. Потом придет мульта, как для меня. Мульта – это штраф. Ага, ну вот эта селедка. BMW. Люблю, обожаю. Бежевый кожный салон. Но такую модель не люблю. Мы сейчас идем напрямую. Куда мы идем? На почту. Вам видно ковер с павлинами? Видно, да? Так, кстати, недавно они его положили, я его не видела раньше. И шкура ламы. Видите ковер, да? Вот такая подача, вот такая витрина. Закрыта сейчас. Не знаю, почему закрыта. Но я вам показываю. И тут мне очень нравится эта лиана. Ой, красиво, когда она цветет. И вот такие вот уютные дворики. И все везде в кафешечках, барчиках. Этот носорог в вечернее время, видите, он подсветка такая вот иллюминации. Уютный дворик, да? Тут себе люди живут, тут себе смотрят на этот дворик и на эти кафешечки. Прикольненько, да? И тут сразу же почта. Рядом, это возле моего дома, вот я говорю, если так пробежка, это как я вот иду себе легкой пробежкой, то это для меня... Ну, 10 минут максимум. Идем. Выглядит почта. Мне тоже кто-то написал, заведите нас в госпиталь, покажите больницы, покажите поликлиники. Ну, госпиталь Венеции красивый. Снимать там нельзя внутри. Слава богу, сейчас у меня нету никаких анализов, не надо мне туда идти. И госпиталь Местро тоже красивый, новый. Сан-Анджело называется. Вот. А поликлиники, ну, просто ужасные. Честно, мне было так привыкать. Вы же понимаете, что лучшему привыкаешь быстрее, чем худшему. Чао. Чао. Так, а это почта. Вот такое Советский Союз здание. А мне кажется, что Италия именно тем и ценится, что она вот сохранила вот эту свою старину, а не вот такие вот 70-е, постройки 70-х годов. Зайдем. Если получится, вам покажу почту внутри. А вот очередь, да? Ну вот, смотрите, что под ногами. Грязная Италия, очень грязная. Вот в этой местности, где я живу. Вот. Очень много разных национальностей здесь. Что случилось? Красно написано 13.03, 23. Сегодня какой день? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Сегодня 13 число. Закрыто на работы, ну, ремонтные работы. Прекрасно, чудесно, великолепно. Все-таки надо идти домой, возвращаться, идти к машине и погонять по другим поштам. Таким уже не центральным, по районам, потому что мне нужен очень один документ.
который дается только там. Ровно 12. А это цены на вино. Я сейчас так вот вам дам показать. Смотрите. Белое вино. И красное. Росы — это красное. Короче, вы видели, почем бокал вина. 4 минимум. А бокал — это третья часть бокала. Так как моя пробежка на центральную почту не увенчалась успехом, идем домой немножко другой стороной, чтобы вы увидели побольше нашего мастера. Это я говорю, наш Милан. Галерея Милановская. Вот хорошая дамочка пошла. Хорошо одета, хорошо смотрится, аккуратная. Ну, голову надо помыть, освежить. Но они дома в основном, если такие вот дамочки, которые смотрят за собой, то они дома голову не моют. Они ходят в парикмахерскую. Вот как сделана сетка, чтобы ничего не падало с этих верхних этажей сюда. Потому что там же сверху есть еще крыша, да? Так, чтобы сюда вот уже ничего не сыпалось. Боже, магазины пустые. Все съезжают. Ужас. Это ужас. Один этот еще держится. А это вход в дом. Красивый, да, себе зашел. Себе. Как в Питере, да? Которым никогда не было. Но который люблю. Историю которого немножко для себя просто изучала. Мама любит этот город. И это она привыла мне любовь к истории, географии. И мама, и папа, кстати. Они у меня такие вот как-то были с детства, сколько себя помню. Им всегда все было интересно. И, соответственно, детям, которые живут в такой среде, то же самое. Гиацинты я опять купила новые. Тут белые, а мне какие-то получились сейчас бирюзовые вроде бы. Но вот приду домой, вам тоже, может быть, сниму, покажу. Но я только купила три. А у меня вот такие. Виола, да? Угу. На столе в круглой вазе. Я вот те уже перецвели, вот эти розовые фуксия. И я купила уже новые себе. Они мне нравятся. Я люблю просто смотреть, как они расцветают. Вот прямо на глазах. Закрыто тоже обед, да? Кьюза. Доменико Кьюза. Орарио. Матина 8.45. Нет, открыто 12.30. Вот это. Матина — это утро. Помериджо — это вот после обеда. 15.45-19.30. Мерколоди помериджо Кьюза. Мерколоди — это среда. Среда после обеда закрыта. И Доменико Кьюза целый день. Доменико — это воскресенье. Учите со мной итальянский язык, которого я тоже хорошо не знаю. Ну, что знаю, то говорю. Красиво. Те, что мне понравились, они, я спрашиваю, только от пыли они живут, не надо земли, вот те так в бокале, вот эти серенькие. Она говорит, ну, надо немножко водичкой брызгать, и не надо им пыли, им достаточно воздуха. Наш театр Майстринский, Тиноло. Театр Тиноло. Я так смотрю, что вот ты. Мне итальянский вкус, мне как-то он присутствует, да? У нас так не было принято. Я всегда, вот моих знакомых, всех, которые меня знают всю жизнь, можете спросить. Всегда как-то выделялась такими всякими штучками, прибамбасами, оно у меня внутри. Просто. Наверное, родилась с этим, не знаю. Вот я просто смотрю на некоторые нюансы, сама себя смеюсь. А что, нету водички? Нету, потому что... Нету ла. Ну все, будем идти домой. На этом наше видео заканчиваю. Сейчас где-то найду фон, чтобы показать вам себя. Это мы идем по витринам.
у Местре. Ваша Жанна. Уже влезла в это пальто. Уже буду ходить несколько дней. Пока не поменяю. Какой-то другой образ. Так, это Бенетон. Я его покупала в Бенетоне, только в Венеции. Вот хорошая жизнь итальянских пенсионеров, да? Ну, не служили, значит. Все, на этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать сегодняшнюю пробежку, прогулку. Утреннюю, не совсем утреннюю, но так, 11+, и сейчас 12:10. Попусики, до скорых встреч. Так, среди улицы. Вот это чисто по-итальянски, смотрите. Среди улицы, возле коммуны, вот. Вот это Виале Гарибальди, улица Гарибальди. Вот это коммуна наша, и туда идет центр. Это тоже уже исторический центр города. Ну вот просто так вот, смотрите, антикварный магазин. И вот так себе стоят столики. И люди останавливаются и делают оперативчик. И ну как хотят, вот кому что. И цветочки сразу же продаются. И капусточка здесь лежит. И картошка, патата на итальянском, патата. И на женский половой орган они тоже говорят патата. Это так, типа брутто, некрасиво. Смотрите, в этом баре делают инсалато руссо. Они на оливье говорят русский салат. Вот так мне приготовили сприц кон кампари. Это редкость. Это просто я для видео заказала, потому что бокалы красивые. Вот, я уже заказала для видео. Тут уже все начали знакомиться со мной. Там девочка эстетика в салоне работает, дала мне уже свою визитку. Зайди ко мне, говорит. А салат делает вот этот оливье, салата русса. Они говорят, что специально для этого бара делает девочка-россиянка. Вот так. Приятного аппетита, друзья. Грация. Buon appetito.